Процесс пошел. Она в Минске, а он в Варшаве, и расстояние ничего не решает. Она звонит узнать, как дела, и рассказать о том, как неделя прошла. Обсудить много разных умных книг. К этим разговорам их союз уже привык, но иногда ее женские гормоны очень сильно ударяют в ее женскую голову. И тогда начинает болеть его голова. Иди на кухню и возьми с полки пряник, запей молоком, пережуй его тщательно. Когда закончишь, приходи обязательно. А утром она покраснеет от стыда, если нет сказать, то не права. Они разговариваются об искусстве и погоде, и будет снова хорошо, у них все вроде. Но это пока, пока отдыхает гормональная рука. Охрененно.